Меня только что пытались убедить, что после этого телефон все равно будет работать. Думаете, как это? Об этом сегодня говорит Украина. И не только об этом, друзья. Мы будем топить в воде бумагу, надевать скелеты, запускать роботов вручную, заряжать мобильные телефоны, проводить сумасшедшие эксперименты, а еще топтаться в грязи, обливаться, дымить и кататься на авто без бензина. Все это сегодня, друзья.